Всем доброго времени суток. Мы продолжаем бегать. Как бегать? Продолжаем плавать в жиме. Джимми, беги. Ты сможешь. Я в тебя верю. Блин, что в итоге надо здесь сделать? Я не понимаю, туда-сюда мотаться, что ли? Или что? Долго я буду ходить, бродить. Джимми. Джимми, мой мальчик. Стой. Ах ты ж. А, нет, ящик не поднимается над водой. То есть. Угу. Так, ну пробуем снова. Все довольно меня уже тут поднадоело. Как надо попасть на ту сторону? А вот эта хрень. Через шипы, через эти. Бежим, бежим. Вода. И вот что здесь делать? Если я прыгну направо, там шипы. Вода поднимается. Ой-ой-ой, вода поднимается. А, не, вон там что-то выплывает. Труба, отлично. Это просто ж... великолепно ж... Тихо-тихо-тихо-тихо, куда ж ты пошел, ты, ёшкин ты кот? Вот я дурак, я совсем забыл, что он у меня сейчас это не под контролем. Ну ладно. Теперь я точно знаю, что делать. Куда идти? Давай, вода. Так. На свет. Идущий на свет приветствует тебя. Раз. Раз. Все, сидим, ждем. Когда к нам выплывет труба. Звуки прекрасные, я считаю. Так, до какого уровня надо ждать? Наверное, вот до ног, когда доплывет. Или даже чуть выше. Так. Так. О, давайте, хватайте. Отлично, ребята. Что здесь наверху? Я могу сюда пойти? Какую-нибудь ачивочку получить, нет? Вообще ничего нет. Ой. Ой, вода поднимается. Это плохо. Это нехорошо. Смотри, какой прыгучий ты, Джимми-то. Беги, Джимми, беги. Что здесь? Труба какая-то. Раз. Раз. Ползем по водостоку. Ах, не допрыгнул чуть-чуть. Крепче держись. То есть, по сути, не страшно было, по-моему, не прыгать. Так, сейчас, видимо, нельзя прыгать, да? Ага. А, ты зараза.
Раз, два, три. Да что ж ты будешь делать тут? Раз, два. Ох, ёп! Черный эпицентр. Что ж так долго горишь-то, зараза? А, он вообще горит. Понятно. Раз, два. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Ну там веревочка внизу. А это так выгорит, да? Блин. Ладно. Раз, два. Так. Нюх. I'm Tarzan. Выключили. Ага, и теперь нам обратно надо. Здесь, наверное, секреты есть все-таки. Куда-то зайти, что-то взять. Может, нет никаких секретов. Это я тут придумываю себе. Ух ты. Молодец. Храбрый парень. Труба? Что так? Что-то вкусное готовят. Видимо, крыс с помидорами. Упс. Может быть, надо было добить стекло? Нет? Упасть туда? Ну-ка. Ну-ка. Давай, разбивайся. Чего будет, если я стеклышко разобью? Ничего не будет? Может, там какой-то секретик есть в теплице? Давай. Ломай. Бей, круши. Ну, что ж такое-то? Давай еще. Здесь секрет какой-то. Ну. Или я дурак, кажется. Никакого секрета нет. Ну, по-моему, проламывается. Нет? Ладно, напишите мне в комментариях, вообще ломается эта штука или нет. Может, я зря фигню ставил. Хотя... Лесенка. Вот оно что. Не надо ничего писать в комментариях, я понял. Надо с лестницы себя отсюда. Это куда ты полез? Стой. Стой. Туда. Ух ты, зараза. А, вот так вот. А, видимо, разогнать надо ее. И пока она едет сюда.
столкнуть. Ой, да что ж ты делаешь? Лес и лес. Не буду фигней страдать. Что-то какой-то недолет. Что-то мне это не понравилось. Что ж такое-то вообще не прыгает? На поджиме напряги мозг. О! О! Тихо. О! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ползем, ползем, ползем. Куда ж ты? Все нормально. Это палки. Что-то падает! Черт! Ведро какое-то. Так, а справа что? Справа опять меня угостят светляком. Так, что же выбрать? Промывание мозга или промывание мозга? Так, стрелочка показывает наверх. А наверх я забраться не могу. А это случайно не та стрелочка, которая там упала? Видимо, сюда и не надо как раз идти. Идешь такой по дороге. И вдруг. О! И ты уже. И по своей воле уже. Зомби. Да, иди в другую сторону. Слушаюсь хозяина, иду в другую сторону. Бегу даже. Так, и что нас здесь ждет? Что это? Понятно. Опять солнце. Меня сейчас опять развернет, не? Не могу развернуться. Впереди что-то страшное. Я не хочу снова наступать. Что это было? Там ящик, который, видимо, надо наверх поднять. Допрыгнул. Отлично. Допрыгнул. Это просто. Это просто сон. Ух ты. Все раскачивается. Так, вопрос, наступать, не наступать, не буду. А, надо было. Или не надо. Ух, ю. Надо было наступить. Нет, Джимми, как же так? Все-таки надо было наступить. Всегда дилемма такая, наступать и наступать, прыгнуть надо же. Тихо-т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 ихо. Нет. Черт. Что, просто пешочком дойти? Замедлить себя надо, еще замедлить. Замедляю как могу.
Замедляю как могу. Замедляю как могу. Да. А, не понял. А что надо делать? А может быть перепрыгнуть можно? Это идея. Джимми, ты подаешь интересную мысль. О! Это было мастерское спасение. Заберите у меня выпрыгивание. Заберите. Фу. Так, что здесь? Вода, не вода. Я умер. Нормально. А если еще раз нажать, ничего не случится. Хорошо, бежим обратно. Ой. Ага, надо, видимо, стоять подольше. Что роза какая? Бежим, 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 бежим. Недолет. Так. Может быть, что-то внизу? Только смерть. Если сразу. Оп. Просто она поднимается, 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 и я такой. Недолет. Что же делать, что же делать? Раз. Не, ну фигня какая-то. А по этой штуке полезть нельзя, наверх? Она сама по себе поднимется, нет? О, поднимается. Ну что-то мне... Не, не поднимается. Черт! Чуть-чуть. Блин, не, не допрыгнем так, ну чё? Смешно. А может ее раскачать надо? А, смотри, смотри, смотри. Раскачать надо, вот чё. Офигеть. И тогда она высоко-высоко поднимется. И мне будет... Бум! Отлично, тихо-тихо-тихо. А вот эту надо раскачать вперед-назад. Офигеть, блин. Вот это ребята придумали. Вот это молодцы. Красавцы. Ползи, ползи. Так, вверх-вниз, вверх-вниз. Угу. Так, что у нас с этим ящиком?
доски просто. Могу ли я? Во-первых, просто наверх пойти и посмотреть, что здесь. Мне не хватает. А, ну стоп, я вернусь обратно, да? Да, тут ничего такого нет. Так, надо, значит, что-то делать с этим ящиком. А, ну правильно. Что-то. А, нет. Ничего не происходит. Туда я тоже ведь никак не долезу. Так, может как-то головой можно цепануть вот эту вот часть? Нет. Нет. Может, это повозить надо было сюда? Ну. Реагирую, реагирую, как на тигра. Реагирую. Я же вот что-то делаю. Прыгаю на ящик. Ой. Никогда не залез. Блин, зараза, а? Что ж делать-то? Так, попробуем пойти туда, куда можно пойти. Что нас здесь ждет? Может быть, там что-то поменялось за то время, что я отсутствовал. Так. Здесь ничего взять нельзя, да? Любые палки взять нельзя. Пол ведра. Ничего из этого не нужно взять. Ну, Джимми, думай, думай, что надо делать, Джимми. Предлагай. Варианты. Здесь ничего. Соответственно, обратно идти тоже ничего. А ящик этот ни туда, ни обратно протолкнуть нельзя. Вот с помощью него я сюда смогу залезть, но толку от этого никакого. Что, помыться надо? Вот это кнопочка. Вот. Это веревочка. Так, почему я так предложил? И пофигу, да? О, слушайте, смотрите, я его переверну сейчас иначе.
Он теперь выше стал, да? Я прыгаю, он скользит. А, вот, вот сейчас я его перевернул. Так. И он спокойно катится. Здесь его еще раз переверну. Вот так вот. Могу его перетащить сюда? Не могу. Ну неспроста у него вот эти вот так вот. Он был так в изначальном положении. Так вот теперь новое положение. Ладно, друзья мои, что можно будет сделать с этим ящиком, мы узнаем в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.